Делегация представителей федеральных энергетических компаний второй день работает в Чувашии. Вчера они посетили ряд предприятий электротехнического кластера Чувашской республики. ЭКРА, ЧАС, Релематика, ЭЛАРА. Сегодня научно-производственные предприятия «Бреслер» и «Динамика». В электротехнический кластер республики входят свыше 40 предприятий. Продукция наших товаропроизводителей занимает более 40% на рынке оборудования релейной защиты и автоматики России. При этом его качество позволяет замещать импортные аналоги ведущих мировых брендов. Научно-производственное предприятие «Динамика» изготавливает и продает современные испытательные устройства проверки различного электрооборудования. Они востребованы и в электроэнергетике, в нефтегазовой отрасли и на энергоемких промышленных предприятиях. Что на предприятии есть как научная составляющая, то есть они думают и о будущем, и свои приборы, и аппараты делают в соответствии с нашими техническими требованиями, которые мы им задаем при текущей эксплуатации релейной защиты автоматики на своих подстанциях. Энергетические компании к тому же решают задачи цифровизации. Благодаря инновационным изобретениям уменьшается влияние человеческого фактора на производство, а возможность дистанционного управления и более быстрого устранения неисправностей в энергетических сетях, наоборот, увеличивается.